Мы приветствуем участников благотворительного концерта «Сила добра», который мы проводим сегодня в пользу жителей Донбасса. Наш концерт начали лауреаты всероссийских конкурсов «Вокальный ансамбль Олимпийский», руководитель Татьяна Васильевна Невская, концертмейстер Зыкова Наталья Георгиевна. Сострадание, взаимовыручка, доброта, желание помочь, поддержать, не оставить в беде всегда были главными качествами нашего народа. И сегодня, когда на Донбассе льется кровь мирных жителей, люди остаются без крова, мы не можем стоять в стороне. По всей стране организовываются акции «Помощь жителям Донбасса». Организаторами нашей акции являются бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец искусств Сибиря», Омское отделение национального освободительного движения «НОД», Омская региональная общественная организация «Центр духовного, интеллектуального и физического возрождения личности» «ЛАДА», Омская региональная общественная организация «Объединенное казачество «Предыдущее». Мы приглашаем на сцену координатора Омского отделения «НОДА» Владимира Николаевича Королева. Сегодня этот концерт как благотворительная акция.